Игорь, нормально видно, да? Доча! Прикиньте, она с натурки рассматривает. А я подарю цветы. Доча, ты видишь цветы? Доставка приехала. Нет, блин, не видно. Нет, не видно. В общем, я тебе знаешь, что хочу пожелать? Что-то больно тут не постою, давай сяду. Я тебя очень сильно люблю, Доча. Что-то ты там меня, может, подсюда? Вкусно. Доча прям от тортика оторваться никак не может, да? Прям никак не может. Вот смотри, вот видишь, какой букет красивый. Доча? Я ему голову что давать. Тортик-то, цветок. Короче. Нельзя, это мой. Я хочу, знаешь, что сказать? Вообще я очень счастлива, что ты у нас вот такая вот выросла, да? Такая личность, которая, вот я очень хотела, чтобы Доча у нас выросла ни от кого не зависящая, да? Чтобы имела свое видение, свое направление. И вот прям вот шла туда, куда ей нужно. И у нас это получается. Вот мне это прям нравится. То, что не зависимость от того, то, что говорит, даже если это мои родители, мы не ставим условия. Вот если ты делаешь так, то получишь вот это. Нет. То есть без условно любовь называется. Вот. Мне это нравится, что у нас это все получается. Да что ты не слышишь? Так что я слово горжусь сейчас не могу говорить, но я очень рада. С днем рождения, Доча! Доча, вот, с днем рождения, вот такой, вот, цвети, расти, вот, такая красивая, как вот этот букет. Ну, ты, конечно, красивее, чем букет. Красивее, чем букет. И вот мы с мамой решили тебе подарить подарочек такой. Ты что? Коробочка какая-то красивая, да? Не будут одинаковые. Еще? Мы когда это успели сделать? А вот успели. А ты положи сюда, чтобы видно было. Да, ну-ка. На черном как раз, кстати, красиво будет. Это комплект. Комплект. Красиво. Не засматривайся много. Там что находится? Две сережки с крестиком. Ты же хотела с крестиком? Там рубины. Драгоценности. Да. С рубинами. Две сережки и цепочка с подвеской. Круто. Так как ты у нас неординарная личность, да. И мы решили, вот долго думали, какие вообще выбрать. Ты сегодня утром говорил, что мне подарить. Ну вот думали. И вот решили выбрать такие вот сережки к тебе. Так как ты у нас ценность, драгоценность, вот тебе. Все. С днем рождения, дочь. С днем рождения. Цветочка. Ну-ка, букет.